Нижнеомский маслозавод задолжал своим поставщикам 11 миллионов рублей. Предприятие принимает молоко от контрагентов, которые закупают сырье у жителей сел. Для большинства деревенских семей это единственный источник доходов. По данным Омского общества защиты прав потребителей, ревизор, предприниматели собрали молоко в личных подсобных хозяйствах Нижнеомского, Горьковского, Черлакского, Полтавского районов Омской области, а также Татарского района Новосибирской области. Сдали молоко Нижнеомскому маслозаводу, чтобы затем расплатиться сельчанами. Однако денег за поставленную продукцию так и не получили. Проблема, конечно, может для кого-то покажется она такой, но для людей она, для некоторых она прям, скажем, критичная. Если есть граждане, которые пострадали в результате, будь то от сборщиков, приемщиков молока, либо от самого завода, чтобы они обратились, и мы уже совместно смогли обратиться в правоохранительные органы для возбуждения дела, чтобы права людей были восстановлены.